Всем привет! С вами снова Лёха. Сегодня снова отпускной выпуск. Я нахожусь сейчас в Эстонии, в городке, инновационном городке Сангасте. Вы можете на фоне меня увидеть замок. Я вам его в конце продемонстрирую. А сейчас мы будем пить с вами эстонское пиво. Это крафтовое эстонское пиво, потому что Витбир это бельгийское нефильтрованное. Что ж, давайте попробуем. Как вы все, наверное, знаете, Эстония, а в частности город Тарту, считается одной из родиной крафтового пива, потому что там ежегодно проходит фестиваль. В Эстонии очень много варится крафтового пива, поэтому, собственно, у меня бельгийский сорт. Здесь написано 4,5 градуса, это 0,33. Вот, пробуем. На вкус чувствуется такой кукурузный немножко оттенок. И на вкус очень такой, немножко похожий на лимонад. Даже, да, вот там действительно такой лимонад там хороший. Но кукуруза уже не чувствуется. При этом оно не фильтрованное, но это не очень чувствуется по вкусу. Нефильтрованное пиво, оно больше такое плотное. Это нет, это как обычное светлое, но при этом лимонадик такой. Я бы его пил бы, наверное, летом на пляжике очень хорошо. Но, в принципе, и не на пляжике тоже очень хорошо пить. Честно говоря, я не знаю, можно ли в Эстонии пить пиво в общественных местах, но здесь никого нету. Это место, походу, никто не посещает, хотя оно очень крутое. Да и к тому же, я же эстонское пиво пью. Вряд ли ко мне подойдут и меня в чем-то штрафуют. Я думаю, я попробую еще в Таллине записать тоже, но не обещаю, но попробую. Как обычно. Что тут еще написано? Тут написано «Бельгия в Терене», «Фильтерии и мата» и «Нисуолу». Прошу прощения. Остальное я не могу сказать. Я вижу, что это производится в Таллине. А больше ничего тут не написано. Все по-эстонски, я ничего не понимаю по-эстонски. Хотя эстонский язык очень похож на этот, на немецкий. Потому что по-немецки замок это шлос, здесь замок это лос. Нудель я тоже видел, по-немецки это макарошки, здесь тоже макарошки. Что здесь есть зефир, я здесь видел розом, я здесь видел доширак. Да, там чувство такого лимончика, мне кажется, сюда добавили, поэтому оно и стало таким, как лимонад по вкусу. Вот я и допил пиво. Я думаю, что на этом выпуск завершен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все ссылки я поставлю в описании. А сейчас смотрите, как выглядит замок.